Всем привет! Ну вот сегодня наконец-то я начинаю наващивать рамки, буду ващить их, вот. И что хочу рассказать, как я буду наващивать электронаващиватель. Вот, для этого я взял автомобильное вот такое вот зарядное устройство, обычно там, называется Polish 612S. Проблема в том, что он не работает без аккумулятора, то есть он включается только когда видит аккумулятор. Для этого я достал, у меня есть старенький аккумулятор вот автомобильный, я к нему подключил провода, подключу их клеммам и начну ващить. Вот сейчас я покажу, как это я буду делать. Так, минус синий, синий минус. Вот таким вот способом я собираюсь ващить. Вот эти вот клеммы я зацеплю за тот же самый стол, на котором я собирал рамки, с которым сверлил дырки, отверстия в рамках натягивал. И вот сейчас я использую его же для вот так вот я закрепляю клеммы. Смысл в чем? Когда я крепил проволочку, я ее вот так вот завернул. Ну, кто не заворачивает, тут остаются вот гвоздики сбоку. Вот. И я посмотрел много тех, кто делает, наващивает электронаващивателями, и они все время клемму раз, клемму прижимают. Я подумал, что на это тратится очень много времени, и решил сделать вот так вот. То есть, вот я смотрю, где это, и клеммы, и просто выставляю их на свои места. Расстояние стандартное. Вот. Далее. Вот у нас аккумулятор подсоединен. Он появился у меня. Ставлю ему тут зарядку какую-то. Пару ампер. 2 ампера вот поставил я. Сейчас будем пробовать. А, да, буду я это делать не один, а при помощи вот такого вот зайчика. То есть, когда, если ващишь без стекла, обычное стекло 4-миллиметровое, если ващить без стекла, то получается результат не очень. Неплотно прилегает проволока, потому что ващина бывает немножечко кривоватая, гнутенькая. Вот так вот ложим, перекладем и просто пододвигаем рамочку. Вот она затрещала, и все, готово. Опа, это первый раз я делал. Результат вот такой вот. Вот она полностью проварена, сделана отлично. Продолжаем. Вот ложу, прижимаю кверху, беру зайчика, кладу и просто подвигаю. Вот. Как сами видите, все достаточно пропаяно. Никуда ничего не отваливается. И еще разочек.
Вот, руки свободны. Смотрим. О! Готово. Отличный результат. Ну все. Пользуйтесь вот таким несложным методом. Очень ровно просверлили дырки. Показывал я, как сверлил. Плотно натянул проволоку. Ровно. И вот теперь удобно вощить. Очень быстро и легко. Так что, ну вот, подписывайтесь на канал. Ставьте большой палец вверх, кому понравилось. Ну все, пока-пока.